На канале ТНТ премьера. 8 октября 2018 года начинается показ 16-серийного комедийного сериала «Конная полиция». В данном видео вы сможете узнать сюжет и краткое описание серии сериала «Конная полиция». Волков решает помочь Захару решить проблему с конфискатом, чтобы закрыть все свои долги перед ним. Но в своем плане он не учел фактор капитана Кондратьева. Эльвира хочет добиться расположения Волкова, ухаживая за его сыном. Максим уверен, что неправильно эксплуатировать ребенка в своих амурных целях. Кутепов требует, чтобы про их с Мариной отношения узнал ее муж. Отделение конной полиции направлено для участия в показательных учениях МВД. Максим собирается с духом, чтобы признаться Эльвире в своих чувствах. А Кутепову не понравилось, что на учениях им достался декоративная роль, и он решает их сорвать. Настя, оставшись в полку тренировать Волкова, пытается его проучить, но Сергей не остается в долгу. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.